Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами Лилия Донскова. Сегодня у нас разбор пустых баночек за май. Пакет достаточно большой, но нужно знать точно, сколько чего использовано. Итак, всего 34 баночки на сумму 18 277 рублей съели, выпили, измылили и так далее. Из них 19 баночек Oriflame на сумму 14 453 рубля по ценам каталога и 12 баночек от компании Siberian Wellness на 3050 рублей тоже по ценам сайта. И 3 других производителя на сумму 697 рублей. Итак, давайте посмотрим, что же здесь у нас в пустых баночках. Ну и начнем с самого большого и объемного. Это гель для душа, серия Discover. По-моему, сейчас уже эту серию именно в таком формате не выпускают, но гель был очень крутой. Даже зачастую я его использовала как жидкое мыло. Удобно, такая огромная бутылка, разольешь по баночкам с дозаторами, и собачки лапки помыть, и самим руки помыть, и искупаться. В общем-то, очень удобно. Замечательный гель, и он классно купает, пенится, аромат от него чудесный. В общем-то, жаль, что таких уже больших форматов не выпускают. И было, кстати, очень недорого. Так, шампунь для волос с лимоном и крапивой. Этот шампунь рекомендован для жирных волос. Я сама не любитель таких шампуней, потому что он сильно подсушивает волосы, но иногда, и когда жарко, я, конечно, им тоже пользовалась, потому что он хорошо очищает волосы и все загрязнения смывает. А вот как бы летом это прям просто отлично. Пользовались, конечно, всей семьей, и большой формат уже закончился. Так, что-то здесь... напиток! Недавно рассказывала про этот напиток от Siberian Wellness. Слушайте, ну он просто очень крутой. Здесь в этой коробочке 5 вот таких вот пакетиков, то есть здесь порошочек внутри. Нужно высыпать стакан, развести с водой, 150-200 миллилитров берем. И с чем мне нравится именно этот формат, вот именно, вернее, этот продукт, то что здесь коллаген и гиалуроновая кислота. То есть пьешь, и, во-первых, это очень полезно для кожи, молодеешь, хорошеешь. И, конечно, гиалуронка и коллаген нужны для всего тела, и для суставов, для костей. Поэтому я, например, стала замечать, что сейчас я пью разные продукты от Siberian Wellness именно для суставов, и я прям вижу, что у меня классный результат. В последнее время беспокоил тазобедренный сустав справа. Даже иногда ночью просыпалась от того, что, например, долго лежу на нем, и мне начинается дискомфорт. Я даже сходила к мануальному терапевту, он посмотрел, говорит: да, нужен курс, курс длительный, дорогостоящий, приходите, то есть там будут делать то-то, 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 и массаж, и мануальную терапию, и какие-то еще дополнительные, то есть у них там разные-разные приспособления. И я думаю, окей, вернусь с Узбекистана и начну. А сама начала пить все это, и меня перестало беспокоить. То есть я абсолютно спокойно могу ходить на долгие, длительные расстояния, даже на каблуках, и сустав меня не беспокоит. То есть я пока отложила поход на лечение к мануальному терапевту. И как вы видите, да, состояние моего лица, мне сейчас 49 лет, вот как раз в мае исполнилось, состояние кожи, шея, лицо, они, в общем-то, очень даже меня удовлетворяют, поэтому я довольна и заказала себе еще две таких упаковочки, потому что одной, конечно, маловато, нужно попить и попить так вот подольше. Так, это как раз вот другой производитель. Очень красивая коробка. Это мыло. Мыло такого же цвета, как и картинка. То есть такой синий виноград. Вот мы его, кстати, только закончили недавно. Классное мыло. Я не знаю, сколько оно стоит. Ну, эта дочка, может быть, ей кто-то подарил или она приобретала. Честно, не знаю. Так упаковано, прям праздничная подарочная упаковка. Очень красивая. И мылом мы тоже остались довольны. Такой квадратный, крепкий кусочек, и хватило его надолго. Приятное мыло. Так, далее это фитосорбент. Фитосорбент тоже в пакетиках, не помню, я оставила для демонстрации. Да, вот я один оставила. То есть тоже пакетики здесь. Их, по-моему, так, сейчас скажу точно, сколько штук. То ли 7, то ли 10 штук. А почему не написано? То есть написано, но мелко. Да, 10 порций.
10 порций. А фитосорбент, он продается также в баночках, можно ложечкой насыпать. Выходит чуть-чуть подешевле, но вот, честно говоря, вот такой формат, он очень удобен, особенно если берешь с собой в дорогу. То есть я куда-то еду, я кидаю с собой пару пакетиков на всякий случай, потому что в дороге может быть какое-то отравление или неприятие пищи, да, как бы, ну, не то пошло. Поэтому обязательно с собой в дорогу, прям рекомендую. Мне недавно партнер из моей команды написала, как она, будучи в Москве, столкнулась с отравлением. Было ей жутко плохо, она одна в командировке. И она говорит, благо у меня вот просто один пакетик был случайно с собой, потому что, говорит, до этого ездила два раза, не пригодилось, и я их вынула. Но один, видно, оставила, пусть будет. И говорит, ты не представляешь, через полчаса я стала приходить в себя, а там поезд, я думаю, я до поезда не доберусь. Нет, все нормально, я пришла в себя, спокойно добралась до города. Поэтому фитосорбент. Очень крутая штука. И, конечно же, у кого есть дети и куда-то вы едете, сейчас лето, жара, очень много провокаторов, чтобы, да, что-то там нарушить нам в кишечнике, это прям элементарно. У нас такая была ситуация с дочкой, мы поехали вдвоем в Абхазию, это было еще давно, она была школьницей. И вот как раз с нами случилось жуткое отравление. Я думала, мы не уедем из Абхазии. Нам ставили там системы дважды, потому что нам было настолько плохо. Ну, чисто вот благодаря людям, которые рядом подсказали, нашли врачей. Иначе мы бы, наверное, просто не выжили. Ну вот был бы фитосорбент при первейших, да, каких-то вот, ну, ощущениях неприятных, лучше его выпить. Он, правда, не очень вкусный, если честно. Его нужно развести с водой, размешать и быстро выпить. Он так, знаете, моментально густеет, разбухает. То есть его задача, да, собрать все из кишечника в себя и вывести. И вот, ну, прям отличный продукт и недорого, кстати, стоит. Очень рекомендую его иметь в своей аптечке. Фиточай защиты печени. Его рекомендуется пропивать, в общем-то, всем, потому что печень – это, да, фильтр нашего организма. Печень берет на себя все. Особенно если вы проходите какое-то лечение, пьете лекарственные препараты, то пейте еще чаечек. Просто заварили, два раза в день выпили по чашечке, просто как напиток, даже не надо его закусывать конфетками. Его можно и в прохладном виде выпить. Очень классный, полезный, вкусный чай. Вот он заканчивается, я сразу другой заказываю, периодически мы его просто пьем. Чаев очень много. У меня сейчас открыты, по-моему, практически все, но 6 пачек внизу точно стоит открытых. И я беру то один, то другой. Я прям маленький такой отдельный чайничек. Я в него завариваю, настоялся 10-15 минут, разлила, да, сразу по чашечкам, мы его выпили и все. И потом этот же пакетик можно еще раз заварить, даже рекомендуется. На упаковке один пакетик пить два раза. То есть заварили, слили, пусть он пока полежит, можно в холодильник поставить, а потом снова заварили, когда нужно, и выпили. В общем-то, чаи работают очень классно, все их хвалят. Так, увлажняющий крем для рук, кокос, папайя и масло ши. Я, кстати, его пробовала, это дочкин крем. Мы когда едем куда-то в дорогу, я всегда говорю, у тебя крем есть? Руки помазать. Я обычно меняю постоянно сумочки, и у меня крем остается где-нибудь в рюкзачке. Я беру с собой сумочку. Или бывает, что сумочка маленькая только для телефона. Но я знаю, что у Леры всегда вкусный крем есть с собой, потому что она им пользуется регулярно. И вот тоже как-то пробовала. Классный крем, легко впитался, очень вкусно пахнет. Напомнил Баунти, шоколадку. В общем-то, да, все понравилось. Так, еще один чаечек, природный антистресс. Ой, сколько с этим чаем смеха постоянно происходит, веселье, потому что он пахнет валерианой. То есть здесь в составе-то и прописано, что есть валериана. Сейчас я вам скажу точно, что здесь есть. Да, корневища с корнем валериана как раз, трава пустырника, душица, трава ромашки, зверобоя, листья мяты перечные и трава мелиссы. И когда я достала первый раз этот чай, кошки прилетели, то есть они где-то спали, а дом большой. Мы все время удивляемся, как они чувствуют, что вот мы что-то вкусное. Например, просто хлеб режешь, их нет.
режешь мясо или рыбку, они тут же моментально прилетают, даже если они где-нибудь в гардеробе спят на верхней полке. В общем-то, то же самое произошло с этим чаем. Они прилетели, они у нас эту коробку схватили, но не смогли открыть. Вот даже здесь вот есть коцки от их зубов кое-где, да, вот такие дырочки. То есть они ее грызли, пытались открыть, валялись, просто сходили с ума. Это было так смешно. А недавно у меня подруга звонит, говорит: слушай, мне нужен антистресс, у тебя может есть наличие? Я говорю: да, есть, приходи, классный чай, мы сами, я его люблю на ночь пить. Пишет мне через некоторое время: кошки оценили. И скидывает фотографию, пакетики рассыпаны по полу, разодраны, и кошки такие сидят. То есть она поставила коробку, видно, открыла, а может быть, они открыли. Они ее утащили, разорвали, пока та была на кухне, с чаем разделались подчистую. В общем-то, кошки довольны, хозяйка заказала снова чай. Красочка для волос. Пока пользуюсь этой, но планирую перейти на другую. Если вы заметили, у меня стал немножко другой оттенок волос. Я когда пользуюсь этим оттенком 9.0, получается цвет такой желтизной чуть-чуть. Ну, он медовый, в общем-то, не отвратительный, не то, что прям вот как йод, нет. Приятный, красивый цвет, но хочется его немножечко приглушить, чтобы он был не такой желтый. Я приобрела в салоне, для, ну, где профессиональная всякая продукция, я как раз приобрела себе специальный такой бальзам, кондиционер, который нейтрализует желтый цвет. Там Арктик, ты что-то. Я взяла прям литровую бутыль. И когда я крашу волосы, смываю всю краску, я беру очень много этого бальзама и наношу на все волосы. И видите, какой получился цвет? Он мягкий, такой благородный, очень красивый. И он, знаете, такой прям как жемчужный вот переливается. Я в восторге. И поэтому я хочу посмотреть какую-то другую немного красочку. Не 9.0, и даже, может быть, я не буду в Oriflame заказывать, а схожу в профессиональный салон и посмотрю, у них вот именно такой оттенок, чтобы уже не бальзамом пользоваться, потому что это удлиняет процесс, то есть 30-35 минут с краской сидишь, потом смываешь, потом наносишь этот бальзам, опять минут 30-40 я с ним, опять смываю, уже маску не нужно наносить, волосы будут идеальные, просто вот этот вот, видите, какой живой кончик волос стал, поэтому... Я вам рекомендую либо поискать краску подходящую, да, если вот хочется без желтизны, либо вот пользоваться этим нейтрализатором желтого цвета. Это просто классно. Я знаю, что многие уже начали пользоваться по моим рекомендациям, потому что я рассказывала об этом на своем канале «Женский мир глазами Лилии Донсковой». И если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Кстати, ссылка на этот канал будет в описании под видео. Можете просто перейти или поискать в Телеграм. Так что рекомендую. Далее, витаминки допил Миша. Wellness Pack, это мужские от Oriflame. Был очень большой запас, еще остались и мужские, еще женские. Допиваем, хотя уже, в принципе, хочется пить витамины от Siberian Wellness, потому что то, что я пью, я вижу сразу очень классный результат. Очень нравится. Меня многие спрашивают, ну и как вам? Отлично, нам все нравится. Так, закончился регенерирующий крем, пользовался Миша. Пользовался до конца. Этот крем нам присылали на обзор, и он нам очень понравился. Не знаю, есть ли еще сейчас они в продаже, честно, не проверяла. Можно, Миша говорит, есть. То есть посмотрите, будут перечень продуктов в описании под видео, найдите этот крем, он действительно очень классный. То есть, ну, работает хорошо, регенерирует, восстанавливает, все заживляет. Так, закончился кондиционер. На самом деле он не такой маленький. Да, это большой кондиционер, 200, по-моему, миллилитров. Так, сейчас скажу точно. Да, 200 миллилитров. И это серия Hair X Oriflame. Ой, испачкалась. Немножко. Мне очень нравятся все маски, бальзамы, кондиционеры, которые есть в Oriflame. И то, что я сейчас начала пользоваться, пробовать в Siberian Wellness, шампунь мне не весь подходит. Хотя он бессульфатный, он такой классный. А вот бальзамы и маски, конечно, очень крутые. И этот тоже мне очень нравится. Я много лет пользовалась продукцией Oriflame.
почти 24 года, поэтому если бы она мне не нравилась, поверьте мне, я бы не была так долго в этой компании. Действительно, очень классный, крутой продукт, и он работает. Там буквально вот несколько продуктов, которые мне либо не подошли, либо я не увидела их какой-то вот, ну, такой вот эффективности или необходимости для себя. Продукт классный, поэтому и кондиционер в том числе. Так, что еще? Ой, ну эта дочка у меня расстаралась, она у нас любитель ухаживать за волосами, у нее действительно роскошные волосы, они длинные, густые, классные, такой цвет красивый. И она очень любит вот эти вот маленькие маслица. Это масло, сейчас вам точно скажу, с пшеницей, их часто меняют, раньше был кокос и пшеница, этот, по-моему, чисто вот с органическим чем-то. Сейчас я попробую прочитать, масло для волос, но не написано с чем. Ну, я думаю, вы зайдете на сайт и посмотрите, серия Love Nature. И вот это масло, оно с хитринкой, то есть его прежде чем наносить на волосы, нужно поместить в стаканчик с горячей водичкой, чтобы маслице согрелось, да, оно становится более жиденьким и более таким вот легко впитываемым. Моете волосы, промакиваете полотенчиком и наносите на волосы. Я не очень люблю, что-то долго надо помыть, а потом опять что-то нанести, опять помыть, потому что после маслицы я обычно еще раз шампунем мыла волосы, и мне это было не очень удобно, поэтому я их все потихонечку передарила Лере, и она с удовольствием им пользуется. Так, что еще у нас тут? Очень много таких продуктов вкусных. Давайте их посмотрим. Батончик, фундук и карамель. Очень вкусный батончик от Siberian Wellness, очень полезный, питательный. 25 грамм, но этого достаточно, чтобы насытиться или втроем попить чай. Далее, я тут обнаружила недавно, сейчас проверю, что здесь. Обнаружила недавно в чате такую запись. Девочки, вот эти шарики для детей серии Витамама. Они заменяют шоколад запросто. Вообще вы не захотите после них есть шоколад, потому что они настолько вкусные. Вот честно, вот насколько люди гениальные. Мне вот даже в голову не пришло взять детские шарики и пить с ними чай. Но, слава богу, меня надоумили, да, со вкусом шоколада. И реально, это очень вкусно. А самое главное, так полезно. Смотрите, это питательный перекус для растущего организма. С низким гликемическим индексом и пребиотиком лактулозы для бережной заботы о микрофлоре кишечника. То есть он помогает нормализовать еще и пищеварение. То есть мы едим вкусный шоколад и еще при этом, да, нормализуется пищеварение. Мармелад. Не очень много, но едим потихоньку, чай пьем. Вот это тропические фрукты, я его обожаю, этот мармелад, он реально очень вкусный, и он для иммунитета, то есть мы его кушаем и тем самым повышаем иммунитет. Для зрения с черникой и для защиты за полостью рта, или о полости рта, как правильно сказать, да, чтобы зубы и десны были здоровые и в порядке, мармелад с прополисом. Вот мы его полюбили, все, по-моему, кто его пробует, все просят. Хотя он не такой же вкусный, как вот эти, да, то есть он не такой сладенький, не такой вот прям вот как конфетки. То есть этот мармелад со вкусом прополиса, когда его рассасываешь, то он вот ухаживает за полостью рта, и он при этом очень вкусный. И мне Лера говорит: мама, почему так мало, всего 3 в день? Я хочу его есть больше. Я говорю: ешь. Ну, вообще рекомендуется 3 штуки в день. То есть покушали, рассосали мармеладку, все, изо рта вкусно пахнет, свежее дыхание, бактерии все сражены наповал, и вам хорошо, и всем хорошо. Далее, лапутоп. Это уже не первая баночка, которую мы скушали. Он напоминает что-то между аскорбинкой и ревитом, если вы помните, да, раньше были такие, мне кажется, они сейчас есть. В этой баночке 120 штук. В день можно съедать 4. Очень сложно остановиться, очень сложно. Во-первых, это гораздо вкуснее, чем ревит и аскорбинка, и это очень вкусно хрустит, прям такой апельсиновый вкус.
вкус. Что здесь есть? Топинамбур на яблочном соке с витаминным премиксом от DSM Nutrition Production. Ой, господи, Швейцария. В общем-то, здесь очень много, такой огромный список витаминов, группа В. И вкусно, полезно, хрустит. И дети просят, и взрослые тоже в восторге. Как-то подарили Лериному другу, а он съел их за 2 дня. Лера говорит: мама, он их съел за 2 дня. Я ему говорю: почему ты так сделал? Вкусно. Я говорю: тебе еще нужно? Он такой: нет, я не могу остановиться, я их все съем. В общем-то, так это работает. Так, что у нас здесь еще? Михаил наконец-то справился с ароматом. Ему так надолго хватает аромата. Я не знаю, как он так пользуется, при этом от него всегда вкусно пахнет. И это аромат Escandence Intense. Могу исковеркать немножечко название, но я думаю, это не принципиально. Очень вкусный аромат от Oriflame, он стойкий, он вкусно пахнет, у него такой красивый, классный флакон. В общем-то, Миш пользовался с удовольствием, и я, так как я подбираю всегда ароматы сама, то я тоже получаю от этого удовольствие. Так, что у нас тут еще? Очень классный шампунь с углем. Он, как это называется? Скраб, да? Шампунь-скраб с углем. То есть он такого черного цвета. Вот видно, пакетики все перемазанные. Какой он классный! То есть вот поскрабировать кожу головы периодически я где-то делаю. Ну, вот видите, пакетик нам с дочкой. То есть я пакетик на месяц. Я половинку использую раз в 2 недели, потом еще сильно много чаще не могу пользоваться, потому что сушит волосы. У меня они и так сухие, но периодически это так классно, вот поскрабировать волосы, при том, что он пенится, он хорошо промывает волосы, но его надо хорошо вымывать, потому что там вот эти вот частички отшелушивающие, они застревают в волосах, поэтому просто нужно хорошо промыть волосы. У меня никакого дискомфорта нет от этого. Некоторые писали, что они не могут пользоваться. Мне, например, очень понравилось. И патчи с киви. Это, наверное, Лера отдала, потому что я сейчас просто в восторге от патчей Siberian Wellness. Они в банке 60 штук. И они такие, как вот в Oriflame были, гидрогелевые, да, таких вот у меня нет. То есть они растворяются в воде, их можно замораживать, то есть с водичкой развести, немножко они растворятся, заморозить, потом кубиками льда протирать всю кожу. То есть они настолько выглаживают кожу, то есть я когда просыпаюсь, я вижу, что у меня вот, ну, нехорошая под глазками, да, картинка. Я просто сразу спускаюсь вниз, они у меня в холодильничке, достаю одну, вторую, походила, пока позавтракала, их можно носить долго, то есть их даже рекомендуют носить 30-40 минут, чтобы вот они все отдали, у них такой состав, умопомрачительный просто состав. Мы их наносим, приклеиваем, они не стекают, не сползают, то есть с ними спокойно, вот хорошо, да, прилепила, они не сдвигаются. Удивительные, классные. И они как утюги. Вжих, и морщинок нет. Вжих, мешочков нет. Отеков нет. То есть они с таким хорошим очень лифтинг-эффектом и с эффектом подтяжки разглаживают. Попробуйте. Они очень крутые. Я даже сразу себе купила вторую баночку. И тоже стоит в холодильнике. Это закончится, я достану вторую. Кальция от Oriflame. Доживала. Большие такие таблетки. Но я все-таки по составу посмотрела, мне предпочтительнее кальций от Siberian Wellness, и я уже буду его сейчас пить, потому что женщинам, в принципе, после 40 кальций обязательно на постоянной основе, и кальций усваивается лучше при определенных еще добавках, то есть когда есть витамины группы В какие-то, а еще, то кальций усваивается лучше гораздо. И, кстати, в Siberian Wellness он гораздо дешевле, получается там 60 капсул, ну раза в 3 дешевле выходит, 3-4, здесь-то, по-моему, здесь 30 только капсул, да, здесь 30, и рекомендуется по 2 в день, а там их 60, и цена просто какая-то вообще нереально очень, не помню, сколько стоит. Так, крем для кожи вокруг глаз от Oriflame Novage. Это серия возрастная, и мне эта баночка понравилась. Но я не очень люблю баночки, потому что
как бы пальчиком туда, лопаточкой, не очень комфортно. Люблю либо тюбик с длинненьким носиком, либо чтобы был с дозатором. Конечно, это идеальный вариант, но крем хорош. Я знаю, что сейчас поменяли серию, и, возможно, да, уже как бы это не актуально про это рассказывать, но крем действительно хорош, мне понравился, он хорошо увлажняет, он держит упругость кожи, потому что с возрастом начинает провисать вот это вот верхнее, да, подвижное веко, оно как бы растягивается, провисает, нависает. Ну, как вы видите, да, у меня, в общем-то, нет таких сильных возрастных изменений, пока без паники, пока без паники. И, кстати, сейчас уже, сейчас скажу, когда начала пользоваться где-то в середине мая, я уже взяла крем из серии Esperalta компании Siberian Wellness для повышения упругости кожи. И вот сейчас я его как раз тестирую. Вот смотрите, какой результат. Мне нравится, что он вообще впитывается моментально и не остается вот каких-то вот таких вот вероятностей, что крем может скататься, да, или куда-то там собраться. То есть он прям пум, и впитывается. И очень легко. То есть на веках, на коже вокруг глаз вообще нет ощущения тяжести, какой-то липкости. То есть прям уходит. Очень-очень-очень нравится. Вот один из моих любимчиков в Oriflame тоже закончился, но не буду повторять. Сейчас я пользуюсь кремом от Siberian Wellness, и мне нравится, как он хорошо разглаживает волосы. Еще есть маслица Элио. Смотрите, эта сыворотка, чем она крутая, вот прям реально крутая. Нужна прям капелька, капелька, две максимум, если волосы густые. Вы берете капельку этого средства, растираете на пальчиках и переносите на кончики. Вот не трите только волосы, так переносите, аккуратненько, запаивая. Идеально для всех, у кого секущиеся кончики, то есть у кого такие язычки, да, берете волосы, смотрите, а там они секутся. Либо волосы сухие, либо волосы сожженные, либо вы давно не стриглись, а их же нужно периодически снимать, вот этот кончик, чтобы они выглядели более живыми, свежими, здоровыми. Это обязательное условие, хотя бы раз там в 2-3 месяца, хоть 3 миллиметра, но надо убрать. Ну не 3, конечно, там 5 хотя бы. На усмотрение мастера, да, пусть мастер посмотрит, вот где эта сухость, ее надо снять, волосы будут выглядеть дороже, они будут выглядеть холеными. И вот эта сыворотка, она помогает запаивать кончики и выглаживает. Волос выглядит таким вот ухоженным, гладким и классным, как у меня. Так, далее. Какой-то крем, это тоже Лера отдала. Сейчас она уже заказала себе маски, крем для какой-то жирной, по-моему, кожи или для проблемной кожи Siberian Wellness. А этот крем был осветляющий. Не знаю, есть ли сейчас эта серия. Давно не смотрела каталог Oriflame. Серия Essentials. Именно против пигментации. Но, по-моему, крем неплохой. То есть он и впитывался неплохо. Я пробовала его один раз, так ради эксперимента. Я уже не помню. Но дочка использовала не один тюбик. Я 2 или 3 раза ей заказывала, и, как видите, да, мы используем продукт до конца. Некоторые вот не выдавливаются, выкидывают баночки. Мы всегда открываем, и еще 2-3 дня все равно там какое-то количество остается. Мы используем всегда продукцию до конца. Тушь, кстати, XXL 5 в 1, Wonderlash 5 в 1, так ее все и называют 5 в 1. У этой туши очень классная кисть, очень удобная силиконовая классная кисть, которая веером выкладывает реснички, но сейчас на ресницах не она. У меня тушь от Siberian Wellness, и я думаю, нет, не буду покупать, пока не закончится. У меня есть в запасе несколько таких тушей еще, потому что я меняю тушь 2-3 месяца и меняю, 2-3 месяца и меняю. Но я решила попробовать тушь, я не удержалась, мне настолько было интересно, потому что такие классные, и так много отзывов на нее, что она крутая, да, делает реснички лохматые, вот она у меня сейчас на ресничках, но не было черной, я взяла коричневую, я подумала, да пусть летом, классно, будет более нежный такой пышный макияж, потому что черный, он как бы более резкий, да, ресницы такие, сразу акцент на глаза. А все-таки коричневый, он как-то более такую пушистость придает ресничкам. Мне очень понравилась тушь. Я в восторге. Она смывается полностью, не остается от нее разводов под глазками. То есть она, и при этом она стойкая, она не отпечатывается, она не осыпается.
офигенная тушь, просто офигенная. Но если вы предпочитаете что-то подешевле и тоже классное, чтобы лежало хорошо, то рекомендую 5 в одном, потому что у нее ценник, конечно, в 5 раз дешевле, чем в компании Siberian Wellness. Здесь тушь стоит 1300 рублей, ребята. Но посмотрим, насколько хватит, как она будет со временем, потому что когда первый месяц, конечно... Тушь всегда классная и шикарная. Ой, Мелисин волос, как обычно, откуда-то берется. А потом посмотрим, я, конечно же, обязательно буду записывать сюда обзоры, пустые баночки и рассказывать, честно, понравился или не понравился, потому что это, на мой взгляд, очень важно. Так, это тоже дочка отдала флакончик, такой мини-масочка с гранатом. А что она делает, я не помню, то ли она увлажняет, то ли отшелушивает. Сейчас мы посмотрим, так все миленько. Так, нанести на кожу, вот почему не пишут, что она делает? Ну, надо читать в каталоге. В общем, даже не знаю, есть ли они сейчас в продаже. Были такие мини-три варианта масочек. Я взяла 3 себе, 3 дочки. Ну, и так как я сейчас перешла на сибирское здоровье, да, все маски, я дочки их тоже забирай, пользуйся. Потому что хочется уже чем-то новеньким и то, что мне понравилось. А вот как раз то самое Элио масло, которое вот реально восстанавливает классно волосы, напитывает, ухаживает. В зависимости от состояния волос нужно смотреть по количеству, взять побольше или поменьше. Да, у меня, например, вот мне 3 надо, 3 раза, вжух-вжух-вжух, я растираю, переношу на волосы, даю впитаться, еще когда волосы даже влажные. И потом только делаю, подсушиваю чуть-чуть, если... Что это такое? Кто-то шипит, не знаю кто. То есть я подсушиваю, и на этом все. В общем-то, это все, здесь все пусто, больше ничего нет. Надеюсь, что эта информация для вас полезная. Что-то, может быть, недорассказала, может быть, у вас есть вопросы по каким-то отдельным продуктам, задавайте, пишите комментарии под видео, давайте обратную связь. И что это? Походу, это кошки играют с чем-то, не знаю, слышно вам или нет. В общем-то, ребята, всем добра, крепкого здоровья, отличного настроения и успехов во всех начинаниях. С вами была Лилия Донскова. До новых встреч. Пока-пока.